Новосибирск сегодня вечером стал в пробках, и не только в центре, но и в других районах автомобили двигались медленнее пешеходов. Все из-за репетиции Парада Победы. На Красный проспект организаторы стянули десятки единиц военной техники и тысячи солдат. Они отрабатывают элементы торжественного смотра. Изюминкой нынешнего парада станет шествие ракетных войск стратегического назначения. Они продемонстрируют различные виды боевой и специальной техники, а также новую форму военнослужащих. Также над площадью Ленина уже традиционно пролетят боевые самолеты. Автоинспекторы на время репетиции перекрыли подъезды к центру города до 22 часов.